Воспитанники дошкольного отделения кадетской школы не оставили без внимания День космонавтики. Для создания праздничной атмосферы провели выставку детского творчества и концерт. Тему продолжит наш корреспондент. В театрализованном представлении участвовали и малыши, и взрослые. Красочный парад планет, зажигательный танец звездочек и инопланетян. В зале много гостей. Дошколята и их родители, воспитатели, депутаты. Мне доставляет огромное удовольствие наблюдать это действо. По сути, вот здесь все космонавты собрались. Мы тут земляне, наблюдаем за космонавтами. Вы замечательные все ребята. Я, ребята, всех вас поздравляю. Взрослые, они понимают, что это за праздник. Но они не понимают, что такое быть космонавтом. А вы же понимаете, что такое быть космонавтом? Воспитанникам детского сада 4-5 лет. Но они уже многое знают о космосе, космонавтах и истории праздника, который отмечается 12 апреля. Это честь, когда полетел Юрий Гагарин. Он полетел на ракете «Восток». Я знаю, что в этом году будет 60 лет, как Валентина Терешкова полетела в космос. Космическая тематика в саду присутствует во всем. От названий групп и самого детского сада до оформления рекреационных зон. Иллюминаторы космических кораблей, карты Солнечной системы, портреты покорителей космоса. Тема «Космос» является предметной средой для развития детей. Для того, чтобы наши детки были мыслящими, мы развиваем у них интеллектуальные операции на предметной основе. На наших занятиях по исследовательской деятельности мы проводим очень много экспериментов. Эксперименты со льдом, эксперименты с водой, эксперименты с невесомостью. Поэтому можно сказать, что буквально с 2 лет мы занимаемся профориентацией деток. Свои фантазии ребята воплощают в поделках. На выставке, посвященной Дню космонавтики, представлено более 750 работ детей со всего округа. Это рисунки, поделки из бумаги, пластилина и других материалов. В число лучших вошли 35 из них. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.